Мур, привет, друг, это Зверько, и обновление 1.4.66. 6 апреля в коробке удачи будет доступен облик на Гвинеру Леди Журавль. А 8 апреля будет доступен скин на Белерика «Ужас глубин». Будет он стоить 749 алмазов и скидка в первую неделю 30%. Ну там еще раскраска на этот скин, да кому это интересно? Изменение героев. И теперь обзавелась новым эффектом выбора и более полным именем – Ло-И. Но я бы назвал Луо-И. Но вот что ответил отдел перевода. Не помню, говорил я или нет, но скорее всего этот герой будет бесплатным. Пассивка, метки держатся на героях и на поле боя 6 секунд. Напомню, каждый раз, когда ты весишь противоположную метку на носителя метки, Ло получает щит. Щиты ограничили до 3 стаков вместо 1 и держатся теперь 4 секунды вместо 3. Продолжительность ускорения бега увеличили, теперь 1,2 секунды. Мне кажется, это для того, чтобы было дать чем отпор при бое 1-1, точнее умудриться убежать. Третий навык. Уменьшили эффект замедления с 80% до 60%. Продолжительность замедления с 1,2 секунды до 1 секунды ровно. Цена в мане выросла на 40 для всех уровней. Ульта. Теперь этому мега заклинанию еще и ману убрали. Бесплатный телепорт на треть карты. Если герои не занерфят, то это такое шоу шапито будет в боях. Пополь и Купа. По секрету скажу, планируется выход на 21 апреля. Но это не точно. Пассивка. Бонус к здоровью Купы увеличили на 100 единиц для всех уровней. Бонус к атаке от меток увеличили с 50% до 80%. На их месте я бы заменил на какой-нибудь толчок небольшой. Был бы смысл следить за метками. Первый навык. Урон Пополя повысили обратно. Был уменьшен до 40-55, будет 40-130. Третий навык. Вернули тайминг активации ловушки, теперь вновь. 0,7 секунды вместо целой секунды. Ульта. Также вернули ХП к значениям 2500, 3500, 4500. Теперь отображается расстояние натравливания Купы. Какой-то китаец наугад пытается воткнуть изменения. Какой в этом смысл? Ханза. Первый навык в ульте. Убрали мгновенный заряд после убийства героя врага. Второй навык в ульте. Теперь нельзя применять дополнительные навыки во время действия. Атлас. Пассивка. Разрабы поняли, что перегнули палку и уменьшили защиту с 64-120 до 45-80. Второй навык. Время стана было 1,2 секунды, будет 1 секунда ровно. Увеличили бонус от магической силы с 55% до 80%. Исправили баг с отображением скорости перемещения. Валир. Первый навык. Стартовый базовый урон от взрыва уменьшили. Было 260-410. Будет 235-410. Урон на пути изменили в соотношении. Мало того, что реворк его сделал примитивным и скучным. Так, Вудский, не спорь со мной. Валира уже собирают саппорта, а теперь вдобавок еще и нерфят. Линг. Второй навык. При ударе по нескольким целям исцеляет только лишь раз. Ранее исцелял столько раз, сколько и было целей. Кормила. Первый навык. Убрали бонус к ускорению. Увеличили исцеление за удар. Было 50-125, будет 70-175. Зря, на мой взгляд. Скорость бега ей ой как нужна. Маша. Первый навык. Базовый урон от заряженной атаки увеличили с 40 до 60. Чаны. Первый навык. Магический бонус увеличен с 80% до 120%. А Селена наступила на ловушку с нерфом. Первый навык. Базовый урон уменьшен с 400 до 350. Второй навык. Базовый урон уменьшен с 350 до 300 ровно. Грок. Пассивка. Теперь индикатор расстояния до стены или башни работает более четко. У некоторых героев изменили отображение стрелок направлений навыков. Я думаю, это постепенно будет у всех героев. Другие изменения. Маски 2 и 3 уровня стали дешевле. Красный баф. Уменьшен бонус для стрелков, магов и поддержки с 80% до 60%. Для убийц, бойцов и танков с 50% до 40%. Скоро легендарный облик на Лесли вернется к нам в ивенте. Однако, у кого-то остались деньги на подобное? На этом все. Подписывайся на канал, жми колокольчик, заходи на канал Голос Зверько. Удачи, друг! Мышеловка-револьвер от создателей противоулиткового требушета и мины-клеймеры против тараканов.